87 полотен 36 молодых художников из разных уголков региона представлено на 9-й ежегодной выставке «Усе разом». Тематика, стили, разные техники и жанры – все настолько разное и эксклюзивное, что каждый посетитель для себя найдет здесь что-то свое, близкое по духу и настроению. На выставке можно увидеть живопись и графику, керамику и батик, картину, выполненную с использованием эпоксидной смолы и кристаллов стекла. Время требует поддерживать молодых художников. Как-то их немножко, давать им, что ли, толчок такой, выйти, чтобы их увидели, узнали, познакомились с ними, чтобы они не боялись участвовать в выставочной деятельности. И, в общем-то, все эти годы мы именно этим занимались. И я хочу сказать, достаточно успешно, потому что молодежь нравится, молодежь спрашивает, звонит, интересуется, активно участвует. Хотя можно было еще активнее, еще больше, еще лучше. Но работаем, значит, так оно и будет. Маленькие ручейки всегда впадают в большую полноводную реку. Именно так высказался про молодых художников почетный гость мероприятия. Маститый художник-ювелир, председатель Брестской областной организации общественного объединения Белорусского союза художников Николай Кузьмич. Его слова вполне обоснованы, ведь молодежные выставки всегда радуют глаз старшего поколения. И это надежда на новые работы и новые имена. Это же будущие звезды. Конечно, это всегда что-то новое, прекрасное, замечательное. Ну, им-то это же только вступили на путь свой. Молодые, так сказать, авторы, молодые, так сказать, художники. Хочется им пожелать, так сказать, это тернистый путь. Счастливого, так сказать, приятно. Путешествие будет трудное, но хорошее. 1/3 художников – новички. Для многих из них не просто преодолеть барьер, впервые принять участие в выставке. В основном это студенты, но не только. Например, Виктория Йорчик, молодая мама, сначала принесла работы в скарбницу для продажи. И после того, как купили первую картину, отважилась действовать дальше. В этой выставке «Усе разом» участвую первый раз, но давно хотела уже. Просто как бы сейчас появилось время и возможность поучаствовать. Хочу показать свое видение, видение своих работ, свою душу, как все это передано. Хочу, чтобы их увидел мир. Творческий потенциал молодых авторов чрезвычайно высок, и они в очередной раз доказывают это на деле. И даже то, что выставка «Усе разом» проводится 9 лет подряд, говорит о многом. Это всегда культурное событие в городе, большое количество участников, масса эмоций и впечатлений.